Привет! Меня зовут Андрей, и я сделаю обзор четырехрамочной автоматической медогонки. Четырехрамочная автоматическая медогонка производится из пищевой нержавейки марки IC304. Бак и кассеты и ротор изготовлены из этой пищевой нержавейки. Сварные кассеты, которые автоматически поворачиваются, когда медогонка начинает откачку. Металлический пульт, в котором есть 8 программ. 7 запрограммированных на заводе, и одна вы можете сами программировать свою откачку. Привод медогонки ременной, мощность двигателя 300 Вт. Медогонка может работать от 220 Вольт через блок питания, либо от 12 Вольт от аккумулятора. В медогонке есть датчик, который выключает медогонку, если открывается крышка. Теперь запустим медогонку. Идет отсчет времени, и медогонка начала работать. Мы открываем крышку, и срабатывает датчик. Также есть кнопка аварийного выключения медогонки. Запускаем медогонку. Идет отсчет. Медогонка начинает работу. Если вдруг вам надо срочно ее остановить, все, привод выключился. И чтобы его перезапустить, нужно сделать вот так вот. Все, привод перезапущен. Высота медогонки 1,10 м. Вес медогонки 51 килограмм. То есть, в принципе, вы можете ее сами поднять и перенести. Карман для меда 50 литров. Здесь мы собираем наши медогонки. Идет бак, потом ставится на ножки, в него вставляется ротор кассетами, и здесь они тестируются. То есть каждая медогонка проходит весь цикл программ, и туда, в медогонку, ставятся вот такие вот утяжелители по 5 килограмм. Вот утяжелители, которые заменяют рамку с медом.